Евгений, я слежу за тобой. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами играть в Subnautica! Опять? Эй, чайки! Эй, вы! Быстро работать! Работать! Летать! Вы тут NPC, между прочим! Вы что, забыли? Ну, быстро летайте! Вот, молодцы! Короче, вы мне написали, что, оказывается, можно скрафтить чип интерфейса комнаты. Выводит данные комнаты сканирования на интерфейс костюма. Также Евгений помнит, он усек, что много чего пропустил на Авроре. Просто я же торопился в прошлой серии, торопился увидеть фаер-шоу. Я его увидел и очень доволен этим. Магнетит и микросхема. Давайте вставим эту штуку. Прямо засудим ее. Вот где? А куда она делась? Почему ее нет? А, он прямо у меня стоит, прямо у меня в плече. Ладно, давайте поставим на металлолом. Отобразись. Ах ты, сволочь. Ой, как удобно. Как я раньше без этого жил-то? Раз у нас с вами на Авроре остались незавершенные дела, я думаю, очень важно сейчас именно туда и поплыть, и все там дорассмотреть как следует. Берем только необходимое. А именно вот огнетушители. 3 штуки. Возьмем ребризер. Возьмем парочку, троечку батареек. Все, мы готовы. Металл отображается повсюду, как удобственно. Тимон, у нас с тобой работы много. Я провалился прямо в... Что за фигня это была? Еще раз. Перестань проваливаться. Да, что за говно? Не могу. Все, давайте просто его вытащим отсюда. Есть. Стоп. А что я не запоминал-то ребризер? А, куда? Нет. Стой. Стой, стой, стой. Блин, я случайно выкинул ребризер. Куда он упал? Что за говно? Почему он исчез? Куда он исчез? Так, это грибы. Ребризер, ты здесь. Фух. Как он быстро упал. Он тяжелый, видимо, очень. Так, я просто нажал на правую кнопку, а он выкинул вместо того, чтобы заменить. Как всегда, у Евгения сбор немного смазанный. Аврора, вот, плывем. Смотрите, это что-то очень важное. Пропульсионная пушка. Бэм! Готово. О, вот скоро мы будем добывать эти с помощью краба. Нам надо краба, кстати, будет сделать. Как только пошарим на Авроре как следует. Саня, а ты что тут делаешь? Ты что заблудился тут? Тебе надо обратно в лес сталкеров. А вот и нет, я здесь для того, чтобы портить тебе игру. И как ты собираешься ее портить? Посмотри на меня, я весь заразный. Ты плаваешь в зараженной воде. Ах ты говнюк. А ты... Ага, это был отвлекающий маневр, чтобы мой братан задник на тебя подкрался. Эх, вы ублюдки умные. Решили полностью засрать мне игру. Обнаружена радиация? В каком, блин, смысле? Я же ее заделал. Я коцаюсь? Блин. Вот говно. Оказывается, радиация в любом случае будет сохранена на Авроре. Да ё-моё. Окей, поплыли обратно домой на базу. Погодите, что это такое? А почему у меня не обнаруживалось это? Я вообще, я был здесь? Я, по-моему, здесь еще ни разу не был. Смотрите, здесь интересно. Итак, таб для просмотра. Послушаем. Всем сотрудникам Альтера. Приземлился в районе с высокой инопланетной активностью. Встретил хищников класса Левиафан. Очень агрессивный. Спектроскопический сканер дал особям обозначение жнец. Одна особь пыталась проглотить капсулу, нанеся значительное повреждение. Единственный приемлемый вариант — добраться до безопасной зоны на месте крушения Авроры. Я добыл ящик с чертежами приманки для существ и достаточно ресурсов, чтобы подготовить пару приманок. Плыть придется дольше, чем работает приманка, но этого как раз должно хватить, чтобы отвлечь их. Если вы не найдете меня на борту корабля, значит, я просчитался. А это что? Приманка для существ. Какая интересная находка. Не зря поплыл обратно. Все, теперь обратно к шлюпке. Забираем обратно, надеваем себе на морду. А ребризер возьмем с собой. Оп! Как раз таки для него найдется местечко вот здесь. Теперь снова к Авроре. Нафиг я плыву сюда, когда тут так темно? Но я рисковый парень. Значит, нам нужно попасть с вами в грузовой отсек обратно. Я просто кацанулся. Такое бывает, когда, не знаю что, почему-то взял и кацанулся. Отсек крабов. Внимательно вы сказали, что где-то здесь есть еще фрагмент циклопа, который я упустил. Он лежал в огне. Быстро потухло. Не здесь. Зато мы нашли модуль хранилища. Вот что мы упустили. Совместимое с мотыльком и крабом. Вот, в краба засунем его. Каюта номер 1. Здесь должен быть какой-то пароль. Давайте посмотрим на наши данные. Что у нас есть? Коды и зацепки. Вот, смотрите, приходи в каюту номер 1. Код 1869. 1869. На стенной полке. О, интересно. Открыто. Мягкая игрушка. Взять. Двухместная кровать. Наконец-то кровати стали больше. Независимое отношение ответственных лиц. Предисловие. Автор Дженни Эклум. Все хорошие вещи в жизни — это товары. Мы торгуем любовью так же, как мы покупаем и продаем акции. Мы вступаем в человеческие отношения тогда, когда в них есть справедливый обмен ценностями. Поддержка, мотивация, привязанность. Ничто хорошее не дается даром.
Если все физические товары Федерации поступают от одного поставщика, то это создает опасную монополию. В личных отношениях также. Людям важно получать то, что им нужно, из нескольких источников. Если кто-то найдет лучший источник необходимых товаров, то он не делает дурного своему изначальному поставщику, изменяя свое торговое соглашение. Если один из партнеров в отношениях чувствует угрозу или ревность, то они должны вместе взглянуть на свою бизнес-модель и спросить себя, являются ли они конкурентоспособными. Всегда есть простор для улучшения. Как он мудро все завернул. Хитрец, умелец, все знает. Блин, я вот боюсь. Дайте попробуй, короче, пройти. А чего я боялся тогда? Каюта капитана. Надо теперь найти от каюты капитана ключ. Ладно, я думаю, что код обязательно появится в разделе «Коды и зацепки», как только мы с вами найдем этот код. Что ж, пошли искать. Решил поплавать вот в этих местах. Может быть, тут что-то найду. Опа, здрасте, взять фонарик. Как я правильно сделал, что сюда нырнул? И тут, так, кстати, отсюда можно куда-то еще попасть. В новый отсек, в котором мы еще с вами, походу, не были ни разу. Да, это что-то новенькое. Что это за новенькое место? Оно меня манит. Вот сюда, вниз. В ящичке батареечка лежит. Смотрите, консоль. Загрузить данные. Это данные черного ящика. Отлично. Мы его обязательно сейчас посмотрим. Ау, как только остынем. Здесь нам нужно лазерный резак использовать. Черный ящик Аврора. Он нам расскажет, почему Аврора упала. Надеюсь. Евгений проникает. Внимание. Опа. Блин, еще один код нужен. Да что ж такое? Так, я вижу данные. Доступ к лаборатории. 6483. 483. Открывай быстро. Оу, Так, здесь еще какой-то КПК. Смотрите, терминал базы данных. Загрузить. Обнаружено повреждение базы данных. Чертеж репульсионной пушки повторно синхронизирован. Смотрите, большая колба для образцов. Возьмем. Микроскоп возьмем. А в целом, здесь нету ничего, что мне нужно. Я не нашел в итоге код от каюты капитана. Данные черного ящика Аврора, давайте их почитаем. Начат маневр гравитационной прощи вокруг планеты 4546b. Высокоскоростной энергетический импульс выпущен с поверхностной планеты. Аварийный сигнал бедствия отправлен по дальней связи на прослушивающий буй корпорации Альтера. Обнаружено попадание. Отсеки со спасательными капсулами по правому борту повреждены. Исходящая связь нарушена. Начата экстренная эвакуация. Ручное управление передано капитану Холлистеру. Спасательные капсулы 125 успешно запущены. Вход в атмосферу планеты. Зарегистрирован мощный удар. Защита ядра привода повреждена. Аварийный ответ получен от 8-й капсулы на поверхности планеты. Признаков человеческой жизни обнаружено на дальнем расстоянии через 8 часов после падения. Одна. Пропавший без вести персонал. Шеф по обслуживанию второстепенных систем Райли Робинсон. Решение по выживанию от штаб-квартиры Альтера. Получено спустя 8 часов на высокоприоритетный терминал в каюте капитана. Оборудование слежения отказало через 13 часов после падения. Хорошо. В каюте капитана очень важные вещи. Значит, нам стоит отправиться дальше. Могу с уверенностью сказать, что я все осмотрел на Авроре, там нету кода от каюты капитана. Возможно, я найду где-то его в другом месте. А раз так, то прыжок! Плюх! Надо где-то размещать наши очень научные вот эти предметы. Я думаю, нам стоит объединить все вот эти вот прекрасные научные аппараты в одно. Это будет один большой мега-научный аппарат. И все эти аппараты созданы лишь для одного. Изучайте эту мягкую игрушку. Сканируйте ее! Поймите, что это за инопланетные технологии. Кстати, краб. Пластиловый слиток, две штуки, аэрогель. Аэрогель делается из гелеобразными... Гелеобразный мешочек, это та штука, которую я нашел и выбросил. А также рубин. О боже мой, а где же мне искать рубин? Так, мы не можем искать рубин. Считаю я, что нам нужно переместить эту комнату сканирования в другое, более подходящее место. Это здравая мысль. Где-нибудь вот в ту сторону, поближе к гелеобразным мешочкам. Вот этот остров, сюда я и хотел. Мы можем сделать здесь и дополнительную базу. Люк поставить. Заработало. Что мы тут можем найти? Кристалл Настурана, фрагмент костюма краб, ящик с данными. Может, ящик с данными найдешь мне? Нашел ящик с данными. Два ящика с данными. Но поплыли, заценим, что это за ящики с данными. Значит, аккуратненько. Смотрим, смотрим, смотрим. Как много ящиков с данными. Ау. О! Отошли! Я невкусный. Как страшно мне смотреть на эту глубину. Это просто бездна. О, смотрите, ящик с данными. Смотрим. Модель эрозии повышена. Что я взял? Что за данные я взял? Я их еще не взял, что ли? Воу! Тихо! Осторожней! А? Да я просто прибью тебя, мразь! На! Кверху пузом! Просто таранить их и все, и не церемониться больше. Короче, это все внутри этого обломка. А значит, пора в него забираться. Вот. Ау! Кто это сделал? Это ты, что ли? Ты вообще подумал, прежде чем делать? Ты бы сначала подумай.
Но думать тебе еще рано. Смотрите, так виновато скрыл свою морду. И думаешь, мне жалко свой симот? Я их таких тысячи могу сделать. Ну-ка, стой, говна кусок! Стой! Вот, все, опустился. Опущен на дно, фактически. Здесь у нас что? О, как интересно. Всяко тут мы видим. Давайте резать. Мы проникли. Что это? Пожалуйста, дай что-нибудь клевое. Система пожаротушения циклопа. Пропульсионная пушка костюма краб. Здрасте. Композитный горшок. Что-то очень важное, судя по всему. Потом, у нас есть офисный стул. Зарядное устройство энергии ячеек. Пошла ты дверь. Смотрим. Здрасте. Ласты, зарядка. Как быстро расходуется кислород здесь. Ну, естественно, мы на глубине 200 метров почти что. Это что-то очень важное. Стазис, винтовка, наконец-таки. Нет, 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 нет. Пошла. Я сканирую стазис, винтовку. Понял? О, страшно. Окей, давайте настроим тебя на что-нибудь другое. Все, не надо искать обломки. А вот фрагменты... Пожалуйста, ищи. В то время как мы ищем гелеобразные мешочки. Я надеюсь, они не выпилились из игры, потому что... Я так понимаю, судя по вашим комментариям, это очень редкая штука. Черт, я не вижу их. Я их потерял. Я выбросил, я расточительно отнесся к этим вещам. Я не знал, для чего они нужны. Прости меня, я не знал! Евгений не привык сдаваться. Он находит гелеобразный мешочек, когда хочет. Понятно? Вот так он и живет. Погодите, было два гелеобразных мешочка. Где второй? Мне срочно нужно переместить комнату сканирования в другое место. Ну давайте сначала сплаваем, посмотрим, что за фрагменты нам там приготовили. Слышите крики эти? Это существа просто боятся меня, боятся этой технологии. Тик-т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 ик. Здрасте. Стазис, винтовка. Ебач! Здрасте, что это у вас тут? Пятнолистник. Так, я быренько сейчас посмотрю. Сюда. Какие-то грибы, раковины, пластичатый коралл. Его типа можно добыть? Не, он ничего вкусненького не дает. Рубин, здравствуй! Еще один! Еще один быстро дал мне! Быстро! Сволочь, ну где ты, Рубин? Рубинушка. В смысле, будет один всего лишь рубин на весь этот остров? Галиматня какая-то. Но все равно, даже один рубин, это уже победа. Ой-ой-ой, страшно. Думаешь, я боюсь? Come to me, fight, fight! Fight, fight, fight! Он чё? Чё он такой неагрессивный? Чё он такой принимает? Терпила! Все, соса. Итак, рубин очень нужен. Очень-очень-очень. Надо просто отыскать пещеру в этом месте, в этом острове. Где-то тут должен быть вход, вот в дырочку. Да, сюда. Вон и рубин, прямо отсюда вижу. Эй, рубинушка, рубинушка, рубинчик ты мой дружочек. Ти-ти-ти-тик. Няма, няма. Все, рубинушки мы получили. Блин, осталось 50 секунд, и я не знаю, как мне вернуться на поверхность. Надо бы отсюда валить как-то уже. Надо бы уже как-то отсюда валить. Давайте снизу это сделаем. Опа. Опа. Так, все. Сволочь! Нет! Нет! Я сейчас умру! Пожалуйста! Симот! 100 метров до Симота, блин! Сука! Сволочь! 6 секунд! Темнеет в глазах. Есть! И у него 9%. Они его тут хреначили, чморили, пока меня не было. Мы были с Симотом на грани оба. О боже мой. О боже мой. О боже мой. О боже мой. Боже мой. А! Не трогай. Не трогай. Акул не трогай. Ничего не трогай. Так, мне надо срочно вылезти и начать его чинить. Как я выжил? Вот это я выжил. Это я выжил. Нам нужно срочно вернуться на базу. Давайте сделаем вот этот аэрогель сначала. И подготовим его. Он будет здесь ждать своего часа. Кстати говоря, у нас тут новое сообщение. Говорит спасательная капсула 7. Координаты прилагаются. Капсула структурно цела, но изготовитель накрылся. Прошу бабочек, капсула 7, конец связи. Капсула 7 находится аж вот где. На глубине 200 метров на пустыре с низкой экологической активностью. Источник передачи примерно в 1 километре к юго-западу от кормы Авроры. Ладно, это сейчас не самое важное. Самое важное — это вернуться и переделать комнату сканирования. Мы поняли, что нам точно не нужен этот
фундамент здесь, да, точно не нужен. Хотя нет, нужен, мы же потом сделаем себе здесь базу. Надо забрать все капсулы. Я не знаю, нужно ли это делать или не нужно, я просто боюсь, что они просто исчезнут. Давайте все разбирать. Смотрите, что это. Евгений всегда побеждает. Он нашел гелеобразный мешочек. Вот здесь впендюрим комнату сканирования. В данный момент, сейчас, меня волнует только одно. Ты знаешь, что это. Узнать результаты исследования плюшевой игрушки. Она мягкая и приятная. Результаты того стоили. Значит, пластиловый слиток нужно. Еще один замутить. Эмалевое стекло у нас есть. Свинец две штуки, алмаз две штуки. Эмалевое стекло, аэрогель. Пластиловый слиток. Охренеть. У нас все готово. Делай мне быстро. Вот он, прекрасный. Давайте. У него, значит, есть хранилище. Также у него две энергоячейки. Но куда-то мы должны ему вставить капсулу. Ладно. О, да. Давайте зайдем. Мы не можем зайти? Вообще, как-то можем забраться в эту стыковочную шахту? Или мы тупо застряли? Мы тупо застряли. Нас куда-то несет. Черт. Нет, мы застряли. Куда? Все, выходь, умница. Так, ты будешь нас стыковать? О, да, он будет нас стыковать. Вот. Теперь мы, собственно, можем его усовершенствовать. Значит, поставить. Также мы должны смочь сделать какую-нибудь штуку крутую. Пропульсионная пушка и торпедная установка. Реактивный ранец, кристаллическая сера нужна. Смотрите, полианилидн, кианит. Какие-то новые штуки, которые мы даже не знаем, где брать пока. Значит, модуль глубины погружения. Нам нужно два рубина, никелевая руда, которой у нас нету, и иди в жопу, Евгений. Окей, короче, мы пока, нам вообще нечем его усовершенствовать. Разве что усиление корпуса. Так, ну что я должен с этой штукой теперь могу делать? Я такой пихаю, тыкаю, шмыкаю. Ничего не работает. Смотрите, он может погружаться аж на 900 метров. Давайте вот сюда куда-нибудь. Оп, красную зону. Посмотрим, что здесь есть. Есть ли тут какая-нибудь руда, которую можно побить? Нашел еще один обломок Авроры, и тут есть у нас фрагмент зарядного устройства батарей. Нам немножко осталось. Так, водиться. Зарядное устройство батарей сейчас у нас будет. Отлично. Почему все, абсолютно все шкафчики заполнены вот этой фотографией? Они все любили эту женщину? Смотрите, кто ко мне подплыл. Че надо? Отошел. Не говорите мне, что это кусок циклопа, бэч. Давай. Ну, давай. Чуть-чуть поднажми, бэч. Отлично. Еще два надо таких найти. А вот и новый биом. Вот, смотрите. Вот руда, наконец-таки. Медная руда. Для сбора ресурсов требуется специальное оборудование. Короче, пока что краб, в принципе, бесполезен. Вот такой приятный на ощупь. Я хочу гладиться об него. Не надо гладиться об мой краб. Это мой краб. Ладно, давайте его на подзарядочку ставим. Несомненно, сегодня был прогресс. И прогресс этот был в исследовании плюшевой игрушки. Если вам понравилось исследование плюшевой игрушки, то поставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте во все мои соцсети. Вот там будут в описании все ссылки. Также не забывайте про press.ru, мой магазин с комиксами и мерчом. Очень крутой мерч, очень крутой комикс. Надеюсь, по крайней мере, что вам это нравится. Заходите и кайфуйте. С вами был Юджин, друзья. Увидимся очень скоро. Всем пять!